В собственности города Чебоксары находится более 36 тысяч объектов недвижимости и 594 дороги. В ближайшее время планируется их инвентаризация и государственная регистрация прав на них. Выполнять эту работу будет городское управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. До конца года организация планирует провести как ремонт и реконструкцию городских дорог, так и разработать технические паспорта на собственность. К сведению, в этом году на строительство дорог из различных бюджетов выделено 439,5 миллионов рублей. В 2013 году планируется завершить строительство развязки по Марпасадскому шоссе и базовому проезду, а проспект Яковлева откроют в 2014 году.